Открытие ледового катка на городском стадионе в Березниках планируют уже в эту субботу, 12 декабря. Но прежде чем на лед выйдут первые любители покататься на коньках, впереди целая неделя работы, которую начали еще в минувшую субботу. В тот же день нам удалось узнать тонкости заливочного процесса у директора спортшколы «Кристалл». На сегодняшний день мы уже уплотнили тот снежный покров, который есть. Сегодня специалисты вот чуть-чуть буквально попозже подъедут, будут работать, целый день заливать. В ночь обещают температуру минус 11, поэтому это самая оптимальная температура для заливки льда. Единственное, конечно, снег пошел, не очень радует, потому что будут образовываться пузырьки на поверхности льда. Но я думаю, что мы потом отшлифуем его, и нашим жителям города будет очень комфортно кататься здесь. Но в этом году катание на льду пройдет с небольшими изменениями. На прошлой неделе краевой оперштаб по коронавирусу решил, что единовременно катки можно посещать из расчета 1 человек на 10 квадратных метров на льду и на 4 квадратных метра в раздевалке.